Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Мун Хисаном. Стороны обсудили возможности развития сотрудничества в экономической сфере, в том числе перспективы наращивания взаимных инвестиций. Глава государства выразил надежду на то, что Азербайджан будет интересен для корейских туристов. К слову, для посещения страны они могут воспользоваться упрощенной визовой системой. Bizim əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir və şadam ki, Koreya-Azərbaycan əlaqələri. Наши связи успешно развиваются, и я очень рад, что они поднимаются на новый уровень. Ваш визит свидетельствует о высоком уровне политических отношений. Между главами государств состоялись взаимные визиты. И, конечно, экономическая составляющая имеет большие возможности. В Азербайджане действует около 70 корейских компаний. Несколько компаний задействованы в реализации различных инфраструктурных и строительных проектов. Мы надеемся на повышение взаимных инвестиций. Азербайджаном в вашу страну вложено около половины миллиарда долларов. Также надеемся на рост потока туристов из Кореи в Азербайджан. Как вы знаете, упрощена визовая система для граждан Кореи, и они в течение нескольких дней могут получить электронную визу и посетить Азербайджан.